Стой! Стой! Все, топовый пилот. Продолжает. Вот это херачит. Бессмертная копейка продолжает свой бой. Чтобы это не оказался последний. Последний путь уже. Ну посмотрите, что. Я тебе говорю, рассказывай все сначала, это будет топовый контент. А что рассказывать? Говорит, давно я такого чувства сегодня не испытывал. Да, я не испытал давно забытое чувство, когда вот летает колесо от машины. Переднее левое. Да, в повороте просто. И все. Ну не на скоростном хоть участке? Ну на легком дрифте, но на дороге это ерунда. Короче, пока колесо было прикручено на суперклей, так. Все было нормально. Два раза в Киев, 5 раз в Чернигов, 4 гонки. Все было А тут? А сегодня решил заменить резину на зимнюю. Лошара. До зимы ж далеко еще. Болты вывернул, а завернуть уже клея не было уже. Но я думал до клея доехать до магазина и купить клей. И не хватило, да? Я с гаражей не выехал, я с кооператива не выехал даже. У меня просто улетело левое колесо пораньше. Если вдруг такси, это ко мне. Сегодня подготовка серьезная у копейки. Пороги немножко изношены, но это не помеха. Выше клиренс. Короче, эти злодеи куда-то поломились. Мы выехали на твердое покрытие, потому что там свежий, новый почти внедорожник не готов. 150 тысяч примерно. 150 всего тысяч. Зубы посмотрим? Зубы. Да, давай. Тут, короче, более резкие ребята. Ох, елки, и копейка там, побежали. Так, тут и копейка, и патрули. А, копейка. Копейка, тут мы нормально попали. Ну что тут, ребятки? Как вам удается? Копейка, самый экшен. Улыбнись, подожди. Вот он, топовый пилот. Тихо, стой! Так, немножко дверь рихтанул, крыло продолжает рихтовать. Серьезные машины. Да это серьезно. Все, ездим за этим. Тех бросаем, то не наши пилоты. Что-то с зеркалом у него, обрати внимание. Это смотри, что под задним колесом туда. А не, починил. Как у BMW, они там назад откидывают. И посмотри, как туда. Едет. Как он этот ров будет переезжать? Да вообще непонятно. Как он вообще сюда попал? Так, что-то немножко. А, вот это туристическая точка. Потом берет туристическую. Так, что-то заклинил газ немножко. Немножко дымит. Ты на подсозе ехал или что? Да. Не хватало мощности. Вы уже взяли или еще нет? А, ну еще сюда будете ездить? Туда хотят взять. Ну, короче, копейка в оффроуде сегодня нормальная будет сейчас кино. С флагом. Все как положено. Только номер два говорит. Так, главное спрятаться за дерево, потому что это настолько резкий парень. Так, львовяне продолжают тут рубиться патрулем. Подожди, дверь не закрыта. Стой! Стой! Блин, кричу, стой. Дверь не закрыли немножко. Стой, дверь, я ж тебя кричу, елки-палки. Это экшен. Я ж кричал тебе. Ага, блин. Дверь же не закрыта была. Да. О, отлично, сюда патруль взять еще. Починишь? Вверх, подогни ее вверх. Да, вот такой экшен. Да,
сейчас какое-то решение будет найдено. Тут однобальные точки достаточно просто. А тут сколькибальная? 10? Патрол на 10-бальную. На самом деле на скорость, на маневренность. Будет привязано к стойке, наверное, судя по опущенным окнам. Ага. Ремень безопасности тоже нужен. Интересное решение. А как штурман садиться будет? Через окно. Меня же через окно? Да. Штурман — это фамилия Птичкин, я умею. Да? А что же вы молчали? Так, ну сейчас попытка взять будет 10-бальную точку на копейке. Я думаю, будет интересно. Ты на ручнике будешь заходить? Я не знаю еще. С заносом? Два варианта есть. Либо сильно назад, либо там между деревами, либо тут. Просто жесткий. Это ничего не сказать о нем. Бессмертная, сериал «Бессмертная копейка» продолжается. Посмотрите, что делает. Стой, 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 стой. Ё-моё. Подожди, бревно на дороге. Но я вам скажу, на этих колесах это совсем включенный. Блин, дверь, глянь, дверь рихтует, рихтует. Рихтуй, давай, 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 рихтуешь как раз. Блин, теперь рихтует заднюю. Стой, блин, елки-палки. Вы видели решение какое? Сразу рихтануть и дверь. Скажу, еще мотор далек от идеала. То есть если взять копейку с живым хорошим мотором, заправленный хорошим топливом, добавляется подсос. Не работает. Рихтуй пока дверь, пусть отдохнет. Бессмертной копейке тяжело. Залил, надо про это, убери подсос. Так. Сцеплению тяжело. Горит. Опыт огромный для езды на такого плана автомобиля, и он уверенно двигается к 20. Смотри впереди, чтобы не пробил радиатор. К 20-бальной точке. Уверенно очень идет, очень уверенно идет. Красавчик, блин, сцепление, камера не передает этого запаха страшного. Смотрите, даже фонарь заднего хода работает. Удивительно просто. Да, вон она, смотрите. Или то 10-бальная. Ну, в общем, нет, то 20, наверное, даже, друзья. Стоила она целых дверей. Чуть-чуть хода больше. Бессмертная копейка продолжает борьбу. Давай! Блин, красавчик просто. Просто красавчик. Это фантастика.
Тут, я вам скажу, вообще непросто. А вот и Валера на серьезном внедорожнике. Хватает. Еще чуть-чуть надо назад. Хватает, не упадешь. Давай, потихоньку только. Иди сюда. Только ты сначала не стой, пока он будет ехать. За дерево спрячься или в сторону. А вон подстрахует тебя Валера. Давай, пока он здесь. Серьезная машина приехала. Да я вижу, вижу. Серьезная вот, то все. То все такое. Хорош? Хорош? Дотягивайся. Да. Где? На передачу поставь. А ручник что? Живляшка и ручник? А ручная як, ты же машина. А ну нафиг. Я все на передачу поставил. Сцепление просто дым валит, воняет. Давай, 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 фиксация. Серьезные бойцы. Нормально. Ага. Так, фотофиксация проходит успешно. Топовый автомобиль. Облегчен на 400 килограмм, Валера сказал, после, по сравнению с тем, что было, скажем, год назад. Все зашито композитом, очень легкое. Тонна 600 сейчас, но это, скажем, уже меньше, сложно сделать. Все, топовый пилот продолжает. Это херачит. Бессмертная копейка продолжает свой бой. Чтобы это не оказалось последний. Последний путь уже. Ну посмотрите, что. На своей машине сюда заезжать. На полноприводной. Проси, проси, чтобы Макс пойти. Стой, 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 стой! О, вон и Мерседес приехал. А вон и Мерседес приехал. Макс, подъедь! Осторожно, осторожно! Бессмертная копейка. Давай, давай, белый давай. Спасает белого. Титановый пол. Титановый пол. Титановый пол. Титановый пол, говорит. Отчаянный домохозяин. Да это нереальный просто. Просто жесткий парень. Двигайся, я с вами. Так, бессмертная копейка. Макс, на какую вы точку, Макс? Прямо? Сейчас, они поехали на те точки, которые только что брала котлета. Ну тут для этих машин несложно и не очень интересно.